Эту ракету не зря называют универсальной. Ее можно установить на боевые вертолеты и самолеты, специальные корабельные комплексы. Х-35Е работает вне зависимости от погоды и времени суток, на расстоянии до 150 километров. Ракеты Х-35Е применяются как на корабельных комплексах ракетного оружия, так и на береговых комплексах ракетного оружия. То есть они могут запускаться как с кораблей, так и с береговых пусковых установок, причем в залпе до 16 ракет, и поражать одновременно 16 целей. Ракета оснащена специальной системой наведения, что позволяет ей самостоятельно обнаруживать и выбирать цель, определять ее координаты и скорость сближения. Еще одна особенность – это способность ракеты незаметно подкрадываться к кораблю противника. Разрабатываем высотомеры, которые позволяют пройти ракете над водой, отслеживая волнение водной поверхности на высоте от 2 до 4 метров даже. Это значит, что на очень малой высоте, во-первых, очень трудно обнаружить эту цель. Во-вторых, при таких высоких скоростях, сверхзвуковых скоростях, сбить практически невозможно. Одна из последних российских разработок – это применение Х-35Е на мобильных береговых ракетных комплексах «БАЛ». Огненный залп одного такого комплекса может отправить на дно целый флот противника.